Всем привет, вы на канале TikFactV. И сегодня я решила снять новый сериал про My Little Pony, который называется My Little Pony Zombie Apocalypsis. Надеюсь, вам понравится такого вида видео. Если понравится, то не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Ну что ж, начнем. Ля-л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 я. Ай, как хорошо сидеть в интернете, отдыхать. Да, сестра? Кому в интернете, кому целый день сидеть на троне? Ну, в принципе, хорошо отдыхаем. Ну, я это имела в виду, хорошо отдыхать. Сейчас лето, ничего нам не мешает делать то, что хотим. Просто сидим и отдыхаем. С одной стороны, ты права, но с другой стороны, у нас же всякие советы, всякие собрания. Тоже сложно. Ну да, чуть-чуть. Ну-ка, сестра, а ну-ка, давай-ка, развесели меня. Ты-то умеешь делать, посмотри что-нибудь в интернете. Интересные ролики какие-нибудь. Ты сама же это любишь. Ролики? Ну, ладно. Давай, а то что-то мне скучно стало. Ого, сестра, какое-то новое видео вышло. Странно, я его не смотрела. Ого, уже набрало сколько... Сколько миллионов? Что? Что это за видео? Надо посмотреть. Мне тоже не забудь показать. Хорошо, мне даже интересно стало. Чик. Жители Пони Вилля. Хочу сегодня вам рассказать очень интересную новость, которую мы узнали. В лаборатории номер 17 изготовили новый препарат. И попробовали его на пони. Он должен излечать от всех болезней. И что ж, думаем, эксперимент произошел, прошел удачно. Ну что ж, посмотрим. Господи, господи, что это такое? Сестра, что произошло? Дайте покажу видео. Какое видео? Спустя минуту. А, господи, что за бред? И это набрало несколько миллионов? Ну, как видишь, да. Видно, всем нравятся такие видео. И вирусные видео. О, господи, ну вот придумают же снимать всякую ерунду. Но делать нечего. Что еще-то делать? Ой, видно, сегодня ничего интересного. Давай тогда просто поговорим. Давай. Как там у тебя дела-то? Да нормально. А, господи! Ты чего? Ты серьезно ничего не видела? В окно посмотри. А где она? Кто она? Ты вообще о чем? Да в окне была какая-то странная пони. Что это было? Что это было? Ты это тоже видела? Я тебе об этом и говорю вообще-то. Что это было? Господи. Так, то есть тебе тоже не показалось? Нет, не показалось. И мне тоже. Нет. Никого нет. Господи, господи, что это было? Что это? Пора объявлять тревогу. Просто сейчас же. Все, я объявила тревогу. А что же нам делать? Как мы выживем, блин? Так, надо все закрыть и пойдем спустимся вниз, посмотрим, чтобы у нас были закрыты двери. А, мне стрёмно. Да не бойся, все будет хорошо. Думаю, двери закрыты. Надеюсь. Так, я пойду первая. А, двери закрыты, блин. Господи. Там все хорошо, да? Да, можешь спускаться. Ладно, ладно, ладно. Фух, спустилась. Селестия? Селестия, господи. Я тут! Не надо так больше делать, Селестия. Ну смешно же, ты чего? Я, блин, чуть не... Господи, это было стрёмно, короче. Так, двери закрыты. Сейчас поставлю еще блокировку кое-какую. Двери точно не сломать. Сейчас на замок. Ты уверена, что ничего не произойдет?
На 100%. А, господи, мама! Селестия, что это? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Два варианта. Либо один, либо два. Любой. Сматываемся! Господи! Валим, 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 валим! А мне что делать? Валю! Да, да блин, весь этот замок! Да ну его, я пошла! Все, все! Господи! Она спит все. Да, спит. Господи, пойдем тогда быстрее! К нам, к нам, к нам, к нам, к нам! Я не понимаю смысла, зачем мы выбегали. Чтобы нас не сожрали. Все, тогда поняла. Закрываю все. Фу, это все сон. Это все сон. Это все сон. Это все сон. Я сейчас поставлю свою защиту. Дай-ка и я свою на всякий случай поставлю, а то мне уже стрёмно. Двойная защита никому не помешает. Все, двери защищены, все заблокировано. Но вот одна плохая новость. Какая? Хорошо. Этот зомби-апокалипсис мы, может быть, каким-то образом переживем. Или что это за апокалипсис? О, ты даже знаешь, как это называется, хотя не любишь смотреть фильмы. Я не такая тупая, чтобы не знать, как называется вот эта фигня. Да. А так как ты у нас просто любитель смотреть вот эти всякие боевики и зомби-апокалипсисы, то должна мне сказать, как с этим справляться и что делать. А, ну, во-первых, хочу сказать, что второстепенные персонажи всегда умирают. А можно без второстепенных персонажей как-нибудь обойтись? Хорошо. Так, главный герой всегда спасается. Можно и без этого, пожалуйста. Но могут и умереть. Хватит. Хорошо. Нам нужно обязательно лекарство найти. Там всегда должно быть написано лекарство в интернете. Поэтому сейчас пойду в интернете, посмотрю лекарство. И все, делов-то. Да, конечно. Мы должны найти лекарство, которое может находиться вообще в другой вселенной. И мы должны это как-то все дойти. А зомби, как ты знаешь, пони, они умеют и летать, и телепортироваться. И ходить шикарно. В смысле телепортироваться? У нас защита. Мою защиту никто не сможет пробить. Она специальная. И она нас защищает от телепортации. А мы можем себя-то защитить? Ну, как бы... К сожалению, вот такую магию... Я не знаю. Такое не существует просто. Ну, может быть, в древних архивах есть? Древние архивы находятся от нас очень далеко. Было бы хорошо, конечно. Но лучше обезопаситься и выпить какое-то лекарство, чтобы уже не заразиться. Я думаю, это будет самым лучшим вариантом. Хорошо, тогда пойду посмотрю в интернете, что делать. А, и еще. У нас как бы маленький запас еды, у нас вообще ее почти нет. Да, одними тортиками не наешься. Не хочу это говорить, но нам придется покинуть замок. Не сейчас, но со временем точно. А, кстати, еще одно. Как бы мы ни хотели, но мне кажется, наш долг принцессы находить выживших. Их надо найти и спасти. Ну, тоже правильно. Так, я пошла сейчас в телефоне, все посмотрю. А ты пока стой тут. Хорошо. Ой, как стрёмно, блин, мою тебя. Я уже иду. Что, нашла информацию, правда? Да, там оказалась она слишком легкая, я бы сказала. Что за информация, что делать? Ну, как тебе сказать? Есть, так скажем, хорошая новость и плохая новость. Говори сначала хорошую новость. Ну, если хорошую, то очень мало пони пока что заражено. Это не совсем хорошая новость. А, ну давай тогда к плохой. Давай. Лекарство-то существует. Так это хорошая новость. Нет. Но лекарство находится в центре Понивиля. И что?
А на карте сейчас показано, что больше всего зомби находится именно в центре Понивилля. И... Ой, господи, нам не выжить. Но есть другой вариант. Мы с тобой можем просто целый день сидеть, ничего не делать, не есть почти что. Но жить в нашем замке безопасности. Нет, так нельзя. Надо найти лекарство, вылечиться, каким, ну, не вылечиться, а обезопасить, по крайней мере, себя. А потом уже искать выживших. Вот это будет очень правильно. Если тебе так нравится, то хочу тебе одно сказать. Во-первых, для начала нам надо найти больше еды. О, господи. А, во-вторых, нам надо избегать укусов. Потому что если укусит тебя, то в течение... Минуточку. Ну вот, в течение 2 дней ты превратишься. Идеально, тоже хорошо. Да, в течение 2 дней будет 2 дня, чтобы проститься с миром. Да хватит тебе. Так, есть другой вариант. Мы берем всю оставшуюся еду, телефон, какие-нибудь нужные вещи и идем на поиски лекарства или на поиски еды. Думаю, идем просто на поиски лекарства, а по пути будем собирать еду. О, мудро. Тогда берем все, что нам пригодится. А может, забежим в старый архив по пути? Он там недалеко находится. Может быть, найдем какое-нибудь правильное заклинание? Тоже верно. Поэтому я пошла собираться. Я с тобой. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии. Всем пока! 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 Жми на фоллоу!